Это левый берег. Видео снимаю специально для Дины из Тюмени. Это старая часть Углича, можно сказать. Так, деревянная. Здесь она больше сохранилась, чем на правом берегу. Хотя обновляется и перестраивается. Загибать так хорошо будет. Будет не натурал. Еще вдоволь. Надо вот так вот, вот это все. Газету, газете надо. Углические дети, возможно, попали в кадр и ругаются матом. Культура, фигли. Если пойти прямо, то упрётесь в корюгу. Чем не маленькая деревня? Очень мне нравится этот красивый домик по пути к Женькиному. Если повезет и я вытащу Женьку, то может быть мы здесь прогуляемся и еще что-нибудь засниму. В крайнем случае сделаю несколько различных видеороликов в разное время снятых. Естественно, окна тут уже новые. Сейчас мы повернем и на углу будет дом, где раньше жила моя родственница. Бабушкина двоюродная сестра. Вообще улица начиналась с родней и заканчивалась родней. В этой родне я была дома. Одна треть дома принадлежала ей другой родне. Полностью дом их. Я, честно сказать, не знаю, как их звать. Хотя у меня где-то записано. Это тоже в начале улицы был бабушкина двоюродная сестра, в конце бабушкин двоюродный брат. Он там и обитает. Дом новостроенный. Раза два брались достраивать. Кажется, здесь тот будет жить. Вот уже видно этот зеленый домик. Здесь у меня раньше гостила сестра Наташа. Четвероюродная. Здесь попадешь на корюгу. Прямо пойдешь. Вот дом родней бывший. К Женьке попадешь. Какой дом, не скажу. А то знаю я, вас нагрянете и будете надоедать. Вот это новострой для детей.